Во вторник в Италии началась всеобщая забастовка, организованная крупнейшим профсоюзом страны. Тысячи человек вышли на улицы итальянских городов, чтобы выразить протест против правительственных мер жесткой экономии. По всей стране прекратил работу общественный транспорт, днем отменили рейсы почти все авиакомпании. Вмешалась забастовка и в работу Венецианского кинофестиваля. Многие кинорежиссеры и артисты, которые должны были представить в Венеции свои картины, приехать не смогли. Даже те, кто успел добраться до Венеции, имели мало шансов попасть на остров Лидо, где проходит фестиваль. Многочисленные водные трамвайчики, которые соединяют материковую часть города с островами Венецианской лагуны, тоже стоят. Я начинаю беспокоиться. Я ехал сюда полный надежд, но сейчас беспокоюсь, что весь день пройдет в ожидании. Однако некоторые посетители острова Лидо поддерживают забастовку. Мне жаль, что другие профсоюзы не присоединились к забастовке. Вы поддерживаете протест? Без сомнения. На самом деле в этой ситуации я за революцию. Между тем, многие недовольны, что к протесту присоединился оператор венецианского общественного транспорта ACTV. Я считаю, каждый имеет право бастовать, за исключением ACTV в Венеции, поскольку каждые 2 или 3 месяца они поднимают цены на билеты на 10 центов. За год цена возросла до 1 евро и 30 центов, и, по-моему, они не должны бастовать. Кроме того, у них всегда задержки, и служба на самом деле работает плохо. Тем временем некоторые частные перевозчики не упустили случая подзаработать. Мы не ACTV, мы Venice by Boat, и мы не бастуем. Весь день мы работаем в обычном режиме. Для 20-й линии проблем не будет, но у других линий, не находящихся под управлением Venice by Boat, сегодня могут возникнуть некоторые трудности. Италия, будучи третьей экономикой еврозоны, одновременно является и одним из ее самых больших должников. Основные планы по урезанию бюджета, вызвавшие наибольшее недовольство общественности, это повышение НДС и ввод дополнительного налога для самых состоятельных граждан.